Всем привет! Вы на канале Дмитрий Завьялов. Автомобиль стал неотъемлемой частью современной жизни. И чтобы сделать его эксплуатацию более комфортной, я подобрал для вас 10 самых полезных товаров для настоящих автомобилистов. Смотрите видео до конца, мы разыграем для вас один товар из выпуска. Чтобы сохранить продукты свежими, а ваше настроение отличным, вам точно пригодится вот такой компактный мини-холодильник для автомобиля. Благодаря современному дизайну и объему в 7,5 литров он отлично помещается в любом авто. Вам достаточно протянуть руку, и вот уже холодненькая кола утолит вашу жажду в любую погоду. Идеальный помощник в дороге, в путешествии или на даче. Охладит или подогреет еду, если вдруг случился перекус прямо в машине. Работает бесшумно и безопасен для пищевых продуктов. А следующий товар точно оценят водители, которые любят экстрим и часто оказываются в сложных ситуациях. Это крутой пневматический домкрат, рассчитанный на вес до 4 тонн. Пожалуй, единственный минус этого устройства – достаточно большой размер в сложенном виде. Однако, для вашей безопасности очень рекомендую брать его с собой в любую поездку. Работает домкрат легко и просто. С помощью специального шланга коннектится с выхлопной трубой, или более простой вариант – подключается компрессор для подкачки колес. На страничке заказа есть отличное ознакомительное видео. Если вы любите порядок не только в голове, но и в салоне вашего автомобиля, вам точно понравится такой компактный складной столик для авто. Идеальное решение для романтических свиданий на природе или путешествий с детьми. Благодаря удобным держателям для стаканов перекусывать можно прямо на ходу. Ну, разумеется, если вы уверены, что едете по ровной дороге. На столике есть даже подставка под смартфон или планшет. Согласитесь, вещь очень удобная. Да за такую цену можно заказать сразу два. Как вам такой товар, что называется must-have для каждого автолюбителя? Алкотестер, брелок для определения уровня алкоголя в крови. Согласитесь, случалось после душевных посиделок с друзьями садиться с утра за руль. Этот маленький приборчик развеет все ваши сомнения и точно покажет уровень в промиллях. Алкотестер выполнен очень качественно. Оснащен светодиодной подсветкой и звуковым сигналом. Работает от стандартных батареек. Также в комплекте вы получаете дополнительную насадку для использования другими людьми. Товар набрал очень много положительных отзывов. Если вы когда-нибудь попадали на автомобили в ситуации, где случалось конкретно подзастрять и помощи ждать было неоткуда, представляю вам товар, который в идеале должен находиться в багажнике каждого автолюбителя. Это специальные сэндтреки против пробуксовки для самых тяжелых дорожных условий, снежных занос, песчаных или глинистых дорог. Треки сделаны из очень прочного пластика в виде гусеничной ленты с надежными металлическими петлями. Они компактно складываются и не занимают много места в багажнике. В комплект входят два универсальных трека. Частенько замечаю, как нервничают водители за рулем, когда садится телефон, а нужного провода нет под рукой. Да признаюсь, я и сам трачу время и нервы на поиски зарядки. На Али есть отличное решение – мягкий силиконовый коврик-держатель для смартфона с функцией зарядного устройства. Обеспечивает не только надежное крепление смартфона в любом положении, но и с помощью магнитной фиксации зарядит его быстро и легко, подходит для любого типа смартфонов, а классический черный цвет идеально подойдет под любую панель авто. Надежно крепите коврик и смотрите видео в долгих пробках. И еще один крутой товар для наведения порядка в салоне автомобиля в долгой поездке – сумка «Кенгуру» для хранения всех необходимых вещей, которые вечно теряются и падают на пол во время езды. Крепится сумка на спинку переднего сиденья. Может стать отличным дополнением к столику для еды и напитков. Внутренняя часть сумки выполнена из фольгированного материала для сохранения термоэффекта. Ваши пассажиры по достоинству оценят вашу заботу и внимание. Отличное средство для снятия усталости и напряжения с глаз такой удобный функциональный мини-проектор для показаний панели приборов, или как его еще называют, HUD. Разработан специально для автолюбителей, которые много времени проводят за рулем. Проектор передает показания приборов на лобовое стекло вашего автомобиля в увеличенном виде. Очень удобная штука, согласитесь. Устройство проводное, в комплект также входит резиновый коврик-держатель и светоотражающая пленка для лобового стекла. Следующий товар, уверен, будет интересен каждому автолюбителю, который следит за безопасностью своего авто. Это колпачки на шины со встроенными мини-датчиками давления. Датчик настолько прост в использовании, что с определением правильного уровня давления справится даже самый трудный чайник или начинающая автоледи. Товар отмечен огромным количеством положительных отзывов и отличной работой самого датчика. Подходит на любой стандартный размер клапана, а цена за комплект из 4 колпачков порадует даже самого экономного автолюбителя. Какой автолюбитель ездит за рулем в полной тишине? Я, если честно, таких не встречал. Музыка отлично помогает расслабиться во время движения. А если это крутейшая подборка треков со смартфона,
еще лучше. С помощью такого мини-передатчика можно в два счета настроить передачу любимой музыки со смартфона на радиоприемник вашего автомобиля по FM-волнам. Устройство миниатюрное, с удобным дисплеем и простым переключением треков. В комплект входит также USB-кабель для зарядки устройства. И такой передатчик я разыграю, как только под этим видео наберется 3000 лайков. Для участия необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Итоги будут в моей группе ВКонтакте. Какой товар тебе понравился больше всего? На этом все, друзья. До скорых встреч!